Какой он музей сегодняшнего дня? Как сохранить баланс между максимально достоверным отображением истории и современными технологиями? В Баку начала свою работу конференция Международного совета музеев. Представители музейного сообщества готовы делиться мнениями и рассказывать о собственном опыте. В 21 веке мы наблюдаем большие изменения, что сильно отличает его даже от века 20-го. Стремительно меняется все вокруг, в том числе и музеи. Мне кажется, что сегодня для музеев особенно важно поддерживать связь с обществом. Очень важно контактировать с обществом, делать совместные проекты и в то же время вносить элементы, которые будут обеспечивать стабильное развитие музеев. Музеи — это платформа для коммуникаций. Они должны быть доступными для общественности, как для местных жителей, так и для иностранцев. Они подобны витринам, которые демонстрируют особенности страны, того или иного общества. Тема конференции — декоративное искусство и интерьер. Она объединила представителей архитектурных памятников, домов музеев, а также исследователей из 14 стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки. Место проведения конференции — Азербайджанский государственный музей ковра. Выбрано оно не случайно, ведь именно этот музей отражает все многообразие декоративно-прикладного искусства страны. В первую очередь, у музея ковров в Азербайджане очень богатая коллекция. Во-вторых, экспонаты отлично представлены. И архитектура здания, его экстерьер и интерьер создают у гостей музея прекрасное впечатление. Здесь представлена очень подробная информация об экспонатах. Еще одна важная вещь, которую я хотела бы особенно отметить, этот музей внесет очень важную функцию, представляя Азербайджан как государство, которое занимает свое место на карте стран, славящихся своими коврами. Конференция Международного совета музеев будет проходить в Азербайджане в течение 3 дней. На это время запланировано не только выступление докладчиков, обсуждение и круглые столы, но и культурная программа. Гости азербайджанской столицы познакомятся с древней архитектурой Ичари-Шаэр, побывают в центре Гейдара Алиева, посетят дома музеи видных деятелей культуры и Бакинский театр марионеток. Лейла Курбанова, Руфат Эркперов, CBC.